Предлагаемые поправки к закону о литовской армии гласят установить увеличенный возраст перемещения военного в запас в зависимости от срока службы в армии, отрегулировать условия предоставления высокого ранга военного на основании продления срока службы, установить единые условия для получения высшего звания для всех военных специалистов, без учета отдельных групп. Что это означает на практике? На примере наших соседей и всего мира мы предлагаем увеличить возраст лиц, поступающих в резерв. Потом мы попытаемся привести в порядок социальные гарантии, связанные с проездами, когда, скажем, военный должен выехать в командировку. Этот проект позволит усилить нашу систему обороны и призвать людей, которые хотят служить государству. В законопроекте предложено также подтвердить случаи, когда люди, не прошедшие военную подготовку, отстраняются от армии только в возрасте 60 лет. Ирина Высокович, Мартина Свицбелис, Первый Балтийский канал.